Я на станцию пришла, много поездов нашла, но никак мне не понять, 6 их или 25. Я ходила, я смотрела, сосчитать все ж не сумела. Бросив все, домой ушла, арифметику нашла. Все сидела и зубрила, цифры разные учила. Поняла, как вычитать, складывать и умножать. Научилась я делить, цифры мелом выводить. Всю неделю изучала, все вокруг, везде считала. Вот настали выходные, стала рано я впервые. Побежала на вокзал, благо теплый день стоял. Я вдоль станции прошла, снова поезда нашла. Принялась их все считать. Оказалось, 25. Сколько радости, друзья! Цифры изучила я. Без проблем все сосчитаю. И делю, и умножаю. Я умею вычитать, могу цифры написать. С легкостью их прочитаю. Арифметику я знаю.